Для Абдуллы Бекова сегодня особенный день. Будущему спасателю представилась возможность не просто посидеть в кабине пожарного автомобиля, а испытать самому все трудности этой профессии. Хороший пример заразителен. Отец Абдуллы за рулем пожарной машины трудится не один год и частенько рассказывает сыну об очередной спасательной операции. Абдулла твердо для себя решил стать пожарным. Спасать людей и быть полезным обществу – это цель, которую перед собой ставит школьник. Самое лучшее, мне тут понравилось прыгать на батут с второго этажа. Это было очень интересно. Тут самому было очень интересно. Я стрелял из воды в МЧС и пожарной машине. Я нашел для себя в будущем, что хочу, что я бы быть МЧСником, тушить пожары, работать там. Мне это понравилось. Экскурсию для ребят из школы «Лидер» проводит замначальника первой пожарной части. Сначала школьников пригласили в диспетчерскую, где им показали, как принимаются звонки, и объяснили, к чему приводят ложные вызовы. Подается сигнал, пожарное отделение выезжает на пожар. Вот у нас связь, по которой мы ведем переговоры с выехавшим подразделением на пожар. Показали ребятам и гараж с пожарной техникой, комнату отдыха и самые главные атрибуты в работе пожарного. Ребята также впервые примерили настоящую экипировку огнеборцев. Конечно, до скорости самих профессионалов в этом, как оказалось, нелегком деле им еще далеко. Ребятам даже устроили настоящий мастер-класс по тушению огня. Но больше всего школьников впечатлили прыжки со второго этажа на так называемый «куб жизни». Эмоции просто зашкаливали от увиденного. Больше всего запомнились прыжки и тот момент, когда наш одноклассник потушил пожар. Ну, игрушка пожар. Так, в общем, хорошая часть у нас, хорошие пожарники. Очень понравился поход. Сегодняшняя экскурсия была очень интересной, познавательной. Мы первый раз были здесь. Было интересно очень. Мне больше всего понравилось, когда тушили пожар, как пожарники быстро собрались и уехали, потушили пожар. Очень было интересно. Это что-то новое было. На приглашение посетить пожарную часть учащиеся откликнулись с большим воодушевлением. Ведь разбавить школьные будни они всегда готовы. Но эта экскурсия стоила того. Спасатели постарались, чтобы дети увидели все своими глазами, и у них сложилась полная картина о работе современного пожарного подразделения. С работой пожарной службы дети знакомятся с большим интересом. В республике явно подрастают новые будущие пожарные. Такие частые экскурсии регулярно проводят сотрудники МЧС. Конечно, не все ребята в будущем станут пожарными спасателями, но хорошая подготовка пригодится в жизни каждому из них. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24.